Бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли впервые появился на публике после того, как в прошлом году звезда тенниса Пен Шуай заявила, что он принуждал ее к сексу. Спортсменка опубликовала подробный рассказ об их многолетних отношениях в соцсетях. Позже публикация была удалена интернет-цензурой, а сама Пен Шуай заявила, что не подвергалась сексуальному насилию.